да. Мужчины никогда вот не скажут. Пожалуйста. Наташ, говорю сразу, а то сейчас тоже начнешь. Здоровый арбуз. Воды нет. Господи, сколько он есть. Как сбросят, так и помою. Да. Да я не ожидал, что у нас вода на кафе. Заехали. К Андреевичу с Вероникой. Они в выселке живут. В общем, мотоцикл наш стоят. Скоро двигаем домой уже, едем. Выселки это буквально, как там, Кореновск, что ли, город называется, приезжаем. И тут выселки будут буквально, может, километров через 10. Вот тут железная дорога. Короче, вот такие дела. Для нас, людей севера, конечно, диковато, когда вот так вот валяется слива. Медовая. Очень сладкая. Уберу у него туда. Ага, хитрее. И у кутики там вкуснее делают вот эти зазубринки. Андрюхин мышдыч. Это какой мышдыч? Это крыс? А, крыс. Ну, крыс. Ешь шару. Она уже бегает. Это южные эти, да? Ну как они там называются? Это южные сороконожки, что ли? Сороконожка, да. Сороконожка. У нас таких нету. Нету? Да. Слышишь, все? Ну да, у вас какие-то пышные такие. Это не сороконожки, говорят, нету. Я вообще не понимаю. Ну, знаешь, они какие? Они на бусины похожи. Ну, мы не У нас холоднее. У нас в это время уже вообще капец там. Конденсат будет. Да это же начало градусов 10, наверное, там у вас, да? Да. Тут сейчас сумки вот эти вот, тебя, смотри, они сухие прям. У нас бы все уже. Сиденье вообще сухое. Нет, ты знаешь, у нас даже вот, когда жарище было под 40, все равно с утра бывает встаешь мокрое, видно, что ага. Повысыхала уже вода. Да пипец. Прям вообще. С утра тепло прям, непривычно. Все, сейчас на рыбалочку собираемся. Время 5 часов утра. Ровно. Надо было вставать.
забора нету. Серега, они здесь каждый день вот так просыпаются, как мы сегодня проснулись. Даже раньше, с нас 3. Да? 4 ровно, да, пока что хозяин поставится. Аппарат. Замерзли что? Наверное. Стесняшки. Утренние стесняшки. Раньше возьмешь палку, леску намотаешь в детстве. А сейчас он как ртанов наловишь. И кот обжирается. Тебя что там с водой-то? Так, нормально. Приспособления нет. Да, отстал я от жизни. Давно не рыбачил. Лет, наверное. Блин, с 12, наверное, не рыбачил. Прикинь, сколько. Пипец. Это она учит. Да, заново. Заново, да. Как красиво смотрим. Это картинка. Да. И бутылки. И бутылки. Нормуль. Ну как рыбалка без бутылок? А, уже бутылки красивые, да? Яблоко. Помнишь, когда мы на Сомали ездили? Куда? В Южную. Когда мы их поебали. Вот это у них когда они были. Да? Мать, как эта река называется? А что, реально водичка называется? А как это называется? Это прикормка. Прикормка? Посмотри. На прикормке. Что там такое? И что такое? Прикормка. А. Илька прикормка, да, называется? И река называется. А река как называется? Что? Река как называется? Блин, я хер его знаю.
Я думал, улька называется прикормка. Да. Ну ладно. Это не река, это же озеро. Это же озеро? Это река? А, знаешь, что речка? Это озеро или речка? Речка. Речка? Ты же сказал, речка. Последнее озеро, откуда вы приехали. Угу. И вот это вот заставление. До мастера еще КМС надо получить, там, соревнования. Рыбачить? Ага. Смотри, как прилепливает. По всей России надо ездить. Это пружинка, да? Залепливает это. Не, ее просто забиваешь, чтобы как-то. Она тяжелая становится. Не, она это. Она на дно падает. И вода растворяется, там получается это. Угу. Пятнышко из, нее, да? Из этой херни. И она рыба сюда идет на запах, наверное. Угу. Начинает эту херню как бы нюхать. Она как бы, ну так. Ну, наесться ей невозможно, а ей тут. Тут у меня висит он такое съедобное такое. Один. На чеснок. Ага. Нет, одевай царинг по горошинке. Я думал, он сейчас там прям салат сделает. Я думал, он туда захерачит. Нет, можно, делают все равно. Печеньки нету, да, Боря? А? Ну, то, а печеньки нету, знаешь, да? Какой печеньки? В прошлый раз. А, это? Да, блин. Прям тортиком пахнет, прям вкусно. Да ты что? Наташа, есть не хочешь? Нет, ты любишь чеснок. По завтракай каши. Клубника. Нет, клубники нет. Я вот не помню, что я купил там. Знает, когда я снимаю. Да, уже так, знаю. Чтобы в кадр не попасть, лучше сразу помогу. Да, ладно. А то ты любишь снимать леса мои. Не в неглиже. Ну, что? Можно в кадре появляться. Все равно, он неглиже больше снял. Смотри. Кости же так далеко. Да. Так ты ж голова. Это кардинально отличается от того, чем я раньше рыбачил. У нас ничего этого не было. Понюхай, Сережа, прикормку чем-то. Чесноком чем еще пахнет. Не, раньше тоже такое было. Такие же пружинки все было. Да, запах чеснока есть. Да? Такой запах снотворный. Такой фу. Ну рыбу, наверное, самый то. Это чемодан, доктор. А? Доктор. Что? Ну вон он стоит. Глянь, ну ты ж видишь, что я делаю. Заика. Рыбьего мастера. Нейрохирургия. Рыбьихирургия. Не успели закинуть. Не вот. Как уже что-то клюет. Сейчас черепаха. Иди ко мне, что-то черт. Яси. Карпуша. Попался. Какие. Красивый, да? Блин. А ты что маленький? Живодерство. Рыбка. Угу. Смотри, песком его. Поймал, отпусти. Отпускаем рыбу. Право спортивной ловли. Отпусти, посмотри, как она поплывет. Блин, какая сильная. Сильная, конечно. Маленькая реально, но ничего. Сама с крючка сцепилась. Давай, отпусти ее, ну дай. Любишь, отпусти. Гринпис им. Дурак, что ли? Ну вот сейчас она поплыла, ты бы снял бы ее. Да ладно еще. Так больше романтики был. Она может еще посмотрела бы на себя. Хвостом махнула. Сказал, я исполнил твои три желания. В нижних тебе в гости сплавала бы. В нижних? Ты бы сказал, хочу домой, она тебя и раз так и переместила. А Наталья Витальевна так бы осталась. Да, да, в камышах, да. Удить рыбу.
Блин, первая моя рыбалка. Да? Надо себя ловить. Вот, лови с Никой. Надо сейчас научить. Я боюсь. А что бояться? Главное не... бояться. Мне только одно надо. Снимай крючком. Иди. Снимай крючком. Пришла орешка. Орех, который просит на грех? Грецкий орех, да? Как он здесь растет вообще? Ну, много пошли листья такие. Вот тут здесь этого нет, он Но он еще зеленый тип того, да? Нет, он не зеленый, он уже готовый. Че, его есть можно? Да. Хера себе. Капец. Ну, Наташа сходила по нужде, нашла орех. Может, мы в Греции? Греция? Ну, какой сон. Капец. Южане. Ходят по сливе. В туалет сходили, грецкие орехи нашли, мы поели. По персикам, да. По грушам, которые по грушам. Утром у них сегодня. Утром у них не холодно, конденсата нету. Находят в куртках. Да, заправщик меня сегодня удивил. Я так зимой только хожу. И то очень холодно зима. Ну, какой-то как зеленый, да, еще? Ты смотри, у тебя потом выкосит коричневый будет. Как от йода, что ли? Да. Да. Она что-то содержит, это йод. А-а-а. Дай-ка я поскорее постирал. Да, бесполезно. Уже поздно. Поверь, долго носит как раз? Да. Смотря какой у тебя дефицит йода есть в организме, нет? Может быстро впитается, может нет. Круг. Андатра, по-моему. Андатра? Теплоход. Точно андатра? Ну, крыса водяная, да. Ну, ее, наверное, не видим. У нас целая коллекция зверей, Наташа. Мы только шакалов не засняли. Но мы их слышали. И енотов. Да, енот. А, и ежик. Ёжик я тоже не заснял. Какой... Который нас обрал, где все мог. Маршрут. Ракушки наловили. На кукурузу. Как так вообще? А вот это проглотило. Так они, слушай, плавают что ли прям? Я думал, они лазят просто там. Может, лазят там как-то. Оп. А, у нас на дне лежит. Мотай. Нет? Опять сейчас каких-нибудь ракушек наловишь? Нет, редко. Пожрала? Рыбка. Рыбка такая, где рыбка была? Неподалеку такая заброшка. Не знаю, что здесь было. Андрюха говорит, как типа пивнушка какая-то. Около речки что-то, я сомневаюсь. Думал, что-то интересное будет. Вот, красиво. Хотели сегодня ехать уже домой. Маленько планы изменились тут. Зарплаты. Задержка. Как бы не на что ехать, если честно. Сегодня воскресенье. Ну, мы в понедельник уже выйдем. Как раз деньги переведут на карту. Проверю счет, мы уже двинем домой. Думаю, дня за два, наверное, доедем. Андрюха выручил картой на 16 гигабайт. А то моя память уже закончилась.
Я с собой брал две флешки по 8 и мелкую карту SD-шную, microSD на 32 гигабайта. И этого даже не хватило. В следующий раз надо брать, наверное, две microSD-шки по 32. А лучше 3. Памяти надо больше брать. Они сидят. Крутый камень. Слушай. Он же еще у него как-то... Чего у него что? Погоди, так должно ли? А там все сверху? Мотыль? Это мотыль. Бля. Это этот, где те эти, комаров? А зачем они так присасываются? Ну, хер знает, может, подсасывают просто уже так. О, мрази, как ему приходилось, не круто, да? Пидорас. Не выпусти, смотри, он вот тебе. Тыр-тыр. Вас снимать скрытой камеры. Ну, смотри. Где? Подплыла вот к этой палке он. У нее лапки так тихие. Где, она сейчас здесь? Да, вон она, вон спускается, вот эта так поперечная палка. А вон сейчас две крутые смотрите. Туда подальше. Батл тот. Вот здесь прям глубоко идет. А там помельче. Вон она. А вон все смотри, смотрят. По берегу. Ну подожди, я сейчас туда схожу. Смотри, что такое солома приплыла. Меня больше вот этот лягушоныш интересует. Вон, даже двое. Вот этот вообще непоколебимый. А, нет. Так тихо и спокойно. Смотри, как он поплывет. Смотри, как он пахнет. Ну, нормально. Не, еле хотелось. Опа! Ничего себе. Как амур, да? Амур, да. Белый амур. Вообще класс. Сколько они метров вырастают? 5 метров, ой, 5 метров или 4? Вообще сложно поверить, да, в это? Вот на эту пшикулку где она там?
Где он там сказал, пшику какая-то была? А, вот. Типа на нее, да, из-за нее. Очень ароматный. Запахом кукурузы, да. Корм. Ха. Да. Палец секретный. Завод неподалеку кирпичный находится. Труба, как эйфелевые башни, изогнутая. Песчаный карьер. Вода прям такая бирюзовая. Сейчас попробую заснять ее. Че? Поиск английских орехов? Да. Сейчас заснимем. Ну это, наверное, да. Это маленькие. А где большие? Нет. Какие у нас орехи растут? У нас снежки только растут. Снежки да снеговики у нас растут. Орехи, блин. Орех, ну вроде не притязательное такое растение. Его так, как сорняк сажают у нас здесь. Фига, сорняк, да? Да, да, да. Ты что, это дорого? Сколько, за килограмм орехов? Дорогой, дорогой, да? Удовольствие. Вот такие грецкие? Да. Прикинь, он удивляется, короче. Слушай, я что, мой, да точно, надо газель. Бизнес, да. Да, да, да. Килограмм 100 я смогу собрать этого. Килограмм 100? Сука, 1000 рублей, да? Ну да, где-то так. Продавать надо, да?
Тишина. А, Тишина? А, видите, Рубанова Тишина. А, ну, спасибо. Вы по телефону или нет? Надо это. Слушай, на машине там ехать? Ну? Килограмм 120 ехать. Сорняк, блин, ничего себе сорняк. Вот у меня такое ощущение, что я нарываю зеленые. Ну они так-то зеленые, но я имею в виду, они может там это еще не. Не, оно даже если зеленое, он молочный он будет, оно тоже прикольно вообще. А? Хрена себе. Кожурку сбираешь неизбольку, и они вообще отлично. В общем, тут несколько тысяч рублей висит. Прикинь. То, что тысяча рублей. Тут целое дерево миллион. Полтос, наверное, висит. На дереве сотка точно висит. Или, да, сотка даже. Смотри, которые упали, Андрюх. Они уже не того? Почему? Это уже работает. Да, того? Упали, уже готовы. Осталось сметану купить. Да, и на потрохульке. Ну. Вот так вот орехи очищаются. А перцы они пальми, да? Оказывается, они в такой зеленой фиговине. Я даже не знал, что они в такой зеленой фигне. Я тоже, я думал, они прям сразу вот так вот. Смотрите, как американцы верят. И сорвать. Да, да. Такую удобную упаковку для коробки придумали. Да, да. Еще выкопали дерево, наверное, себе в Нижний Новгород привезем. Не знаю, доживет, надеюсь. Доживет, доживет. Да. Такой человек тебе помогал, вот так. Андрюх у нас привез сейчас в одно место, полезем за грушами. Что там? Абрикосы, да? Что там растет еще? Груши? Абрикосы нету, груша, а. Слива, алча. Алча. Сейчас поезд переедет. Вагоны. Даже если он не переедет. Сейчас, подождите, он останется туда-сюда. Ага. Круто. А у него долго стоит? Наташ, может на нем? В нижний? В нижний? Да? Но он в другую сторону идет. Он обратно на Черное море. Пойдем. И обратно. Не-не-не-не-не-не. Наташу я не пущу. Не я бы перелез, нахер его. Раньше 12 у него едет, да, точно. Раньше скольки? 12, сейчас один. Один. Он уже подойти еще. Блин. Что? Под электричку. Он не поедет, Серега, это если так. Он не поедет, Серега. Пизду это счастье. Не поедет. Смотри, обратно. Да. Не, я-то быстро перелезу как бы сверху. Мне не страшно. Но тебя я не пущу. Ну нахрен. Вообще, как вариант. Не-не-не, как вариант, я тебя сейчас сюда посажу. Вместе с тобой прибежим, я тебя высажу, а сам потом. Ну. Что там, видишь, тормоза, вот это колодка зажала, все, колесо зажато. А, ну да. Вот, да, 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 да. Прям по ней тормози. Блядь, ты полезешь? Нахуй оно мне встало? Я тоже боюсь. Сереж, нахуй оно мне встало? Ну давай, вы оставайтесь здесь. Реально, мы знаем столько идти. Мы сейчас вдвоем. Да, ну так и отнахер. Что, серьезно? Мы сейчас вдвоем с тобой. Да, действительно, подождите нас там в машине или где.
Такой длинный. Поезд. Обожаю поезда. Самолет, поезда, мотоцикл, корабли. Такая старая станция. Прикольно. Да, набрали. Ну, я поехала тогда. Вот два мешка. Давайте вам сегодня шарлотку сделаем. Два мешка. Печем. Или пиццу. Груши. Фруктовая. Все. Фруктовый пицца? Такой нет, бывает? Нет. Ну, шарлотка. Что там, да, коптите рыбу, да, знаток. А за что это такое? Соленая вода, что ли? Нет. Хорошо. Засолено. По идее все, можно коптить уже, да? Ну да. А что, определенные места надо какие-то кодовать? Да не просто как более менее равномерно там. А внутренности потом убирать? Да. После копчения, да? Да. Ну видишь, все, кола она уже неподвижная. Угу. Не гнется, ничего с ним. А, то есть туда прям нормально так надо запихивать, да? Побольше. Да, она рыба никогда себя лишнее не возьмет, поэтому можно смело солить. Видишь, блин, зараза, большие. Как их коситься. Эх, вот его. Так что ли ставить? Ну да. Ну ладно, хоть они... Как бы прокоптился бы он так. Не живые. Вот это. У тебя было так, что живые там? Ну, я же говорю, умертвляешь, и все. Интересно. А нет, меня тоже. Копчение, да? Так, давай, давай, Серега, отсюда. Ага. Что, она уже горит, да? Да не, еще. Ага. Не, нет, газ поджег уже, да? Не, не. А, нет? Так а ты к ширим? А, нет. А с этой стороны можно тоже вот заградить все? Да, вот здесь поставить, наверное. Да, 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 углом прям. А сюда зато? И это сюда, да. А с этой стороны? Вот сюда-сюда. И сколько? 40 минут оно, да? Да, где-то 40 минут уже готовится. Да, дым вкусно пахнет прям. Я говорю, тряпку только пронес, я дал понюхать, а я уже на расстоянии. Слышишь, зашипело. Зашипело. Опилку смочить нужно как бы. А вода? А, опилки уже там, да. Что сделал, сразу зашипел. А ты воды уже сразу залил, да? Да, там немножко надо их просто смочить. Угу. Крышка начала. Отдельная коптильня. Да. Из ведра. Из ведра и тряпок. Да. Зато работает. Ну что-то бесплатно почти. Ну, да. Коптилка стоит, коптильная, вот сейчас смотрел в магазине, 2200. Ага. А это, ну сколько ведро стоит? Ну рублей 200. Ну да, да, да. Ты все, тряпки, я думаю, дома найдутся. Да, и это тоже еще. 2000 эконом. Так а ты сейчас что, ты его сжигаешь, а потом уберешь, да, и будет лет целый? Не, оно получается, жар будет идти, и этот, влагу из щепы. То есть у тебя постоянно будет гореть, что ли, получается? Да. А. Можно на костре точно так же, на костре поставил. Ага. 40 минут, да, понятно. Ну, видишь, посмотри, вот уже дымок уже начал идти, ага, из дырочек. Как бы, ну-ка. Не знаю, замерить камеру? Да, 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 да. Я-то вижу камеру. На минут через 5 прям вообще. Эту приоткроем там. Угу. 25 минут прошло, а рыбинка уже. 25 уже прошло? Больше даже. Точнее. Сейчас.
краску добавить. Поезда. Поезда рулю. Поезда рулю. Все не готово. Да. Ну и вроде как. Готово, не готово? Нет, остальное еще не готово. Его еще надо. Мягко, мягко уже. Можно порвать. Да, уже все, уже готово. А, ну все. Ну, знаешь, округ... Да вон уже, конечно, отделяю, смотрел, я палочкой смотрю, просто рву ее. Ну, только тогда округ. Да то сок, сок выходил. Так. Да, Анташ. Тарелку? Секунду. Сейчас. Ну как пахнет тряпка вообще? Волшебно. Тряпка у нас весь жир собирает там, да. Все эти ароматы. Вообще. Я так бы нюхал. Это интересно. Да, у нее такие уши. И голова, форма головы, да? Форма черепа какая-то удлиненная, как мышь. Может она полумышь, дыч? Нет, это сюда посмотришь, ты глаза смотришь. Вот такая, уши прям большие. Так, а там еще лайка, но не знаю, видно будет, не видно. Здесь она притаилась. Что, не закрывается? Не, я сейчас все прикрою. Я сейчас еще раз, блин. Красавец. Да.